Александр Лукашенко пообещал очень скоро уйти с поста президента Беларуси, но когда это произойдет, не уточнил. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине президентских выборов, итоги которых не были признаны международным сообществом. В понедельник о санкциях против Минска объявила Великобритания. Лукашенко в ответ посоветовал ими подавиться. Слушайте, вы же развяжете Третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей. А если будет, это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте, пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения. Тем временем экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Запад не снижать санкционное давление на Лукашенко и настаивать на проведении новых, честных выборов. Кризис будет разрешен, когда мы освободим всех политических заключенных и проведем новые демократические президентские выборы под международным наблюдением. Я призываю не иметь никаких дел с этим режимом. Нельзя разговаривать с нелегитимным президентом, который удерживает власть только благодаря насилию, пыткам и репрессиям. После массовых народных волнений, участники которых заявляли о фальсификации итогов выборов, белорусские власти развернули против оппонентов жестокие репрессии. Тысячи людей были арестованы, многим пришлось уехать за границу. В Варшаве, Киеве и других городах в эти дни проходят акции протеста против правления Лукашенко.